Уникальную операцию, которая длилась 38 часов, перенес Рудченко Вадим из станицы Ладожской. Операцию провели немецкие врачи, удалив мальчику две опухоли в головном мозге. После операции главный нейрохирург клиники написал пособие для других врачей. До этого у мальчика было по 40 судорожных приступов за сутки. Сейчас Вадим чувствует себя хорошо, но ему нужна реабилитация в той же клинике. Там Вадима уже ждут. Для него разработали специальную программу. Точечный массаж, улучшающий мозговую деятельность, иглоукалывание, процедуры и занятия с физиотерапевтом. Стоимость реабилитации составляет 1,5 миллиона рублей. Такую сумму родители Вадима называют фантастической. В семье еще трое детей, а кормилец один – отец Вадима. Помочь Вадиму может каждый, прямо сейчас пополнив счет мобильного банка семьи Рудченко. Телефон вы видите сейчас на экране.